На меня одели собачий ошейник. А, блин, больно! Если честно, я нахожусь в полном шоке. Позвоню, скажу, что это пранк. Скажи мне, что это шутка. Пожалуйста, я тебя молю. Топ-контент. Ох, добрались. Мы в Питере, друзья. Но есть один минус, который мы узнали уже по факту. Я первый раз так вообще. Вот это первый этаж. Ну, как бы меня утешает, что это типа охраняемая зона. А, это дворик вообще. Но все равно, ну, стремновато. Закроем шторы. Мы нашли максимально близкое место к Генчику, чтобы на съемке гонять быстро. Я думаю, когда вы увидите данный ролик, вы уже знаете, что мы приехали сниматься в уферах. Скоро подъедет лайкер. Вот такой вот у нас номер. Здесь кровать. Очень артовая такая. Прям, знаете, как мои подписчики любят кидать мне арт. Вот такая же стена у нас. На фоне нее было бы красиво снять. Я по-любому здесь что-то сниму себе на канал. Кстати, не знаю, как вы, я больше люблю душевые кабины, чем даже ванную. Ты как, душ или ванная? Душ. Ох, какие кроссы, персик. В общем, забыл поздороваться. Добро пожаловать на канал На Пару. Это новый влог. Это влог из Питера. Здесь будет много интересного. Поэтому уничтожьте, сломайте эту кнопку лайков, чтобы мы видели, что они вам нравятся. И тогда следующую поездку, которая будет реально через пару дней, мы также запечатлим. И приятного просмотра. Мы уже гуляем по Питеру, ждем, пока Миллер проснется, поскольку он ночная, так говорится, пташка, он станет там, дай бог, в 6. Мы пойдем сразу к нему снимать ролик на мой канал. Ну а пока мы решили, поскольку мы в культурной столице, немножко оккультуриться, мы идем типа в местный ЦУМ, ДЛТ. Алина давно хотела сумку, в Москве ее не было. Надеемся, что она здесь будет. И моя карточка снова плачет, это не FIFA Mobile. Питер, конечно, по-своему атмосферен. Мы сейчас подходим, грубо говоря, к самому крутому модному месту в городе. И вот такой вот здесь пейзажик. Ну, и много дворов. Пока из самого модного здесь только я. Это да, особенно кроссы. Это абрикос. Мы в Питере столкнулись с такой проблемой, что здесь практически все еще закрыто, в том числе заведение без веранд, и ДЛТ работает только на выдачу, поэтому пойдем просто в отдельный магазин Фэнди. Мы его видели, мы как раз недалеко от него живем. Удобно, Алине? Слушайте, она выбирала отель. Это ее коварный план. Кстати, я уже пятый раз в Питере, мне очень здесь нравится, и я уже чувствую себя настоящей петербурженкой, наверное, так это называется. Я уже знаю улочки, название рек, так что могу переезжать. Правда, Максим не очень согласен, он больше к Сочи склоняется. Блин, я иду, и твой локоть. Толстим. Все-таки Subway оказался открытым. И мы мило, красиво на скамейке сейчас будем его поедать. Ты счастлив? Да. Я, конечно, планировал это покультурнее сесть, но рестораны закрыты. Безопасность. Я просто обязан это сделать. Фэнти. В общем, мы все-таки это сделали. Вот там сумочка новая, крутая. Мы ее покажем дома. Если честно, я нахожусь в полном шоке, потому что я не планировала. И как-то так привалило на голову. Знаешь, у меня есть идея. Лучше отсюда уйти с таким. Да, сваливаем. Опасно. Это питерские дворы. Бандитский Петербург. Показываю вам распаковку сумки. Если честно, я вообще не ожидала, что Максим захочет мне ее купить. Я ни разу не просила практически, за что ему безумно благодарна. Мне очень приятно. Делайте любимым подарки, если у вас есть такая возможность. В общем, как многие догадались уже в наших инстаграмах, мы прилетели сюда снимать ролики с Миллером, Лайкером и еще одним участником. Там будут в том числе и фуферы, и нам на канал. И вчера мы приехали. У нас были договоренности с Миллером, что мы снимем обязательно ролик. У меня там горели сроки. И в общем, он мне не отвечал на протяжении 30 часов, то есть вчера целый день, и только сегодня утром объявился. Я решил немножко, знаете, отыграться, сыграть такой небольшой пранк. Я сначала написал Лайкеру, что мы уже, ну, он мне отвечал 30 часов, поэтому мы свалили утром сегодня в Москву, фуферы отменяются, Лайкер там на нервах. Сообщение вы сейчас видите, это забавно. Ну, Лайкер тут ни при чем, поэтому я ему сейчас позвоню, скажу, что это пранк, и дальше мы будем вместе пранковать Миллер. Ну, я надеюсь, Лайкер подыграет. Здорово. Да, привет. Как сам? Нормально. Говорит, что проспал. Ну, типа, в смысле, что только проснулся, хотя голод такой не особо завтра, если честно. Ну, типа, 30 вот. Часов спать, сам понимаешь, это, ну, невозможно, не, да? Он мне написал в ВК сейчас, типа, такой чувак, ну, то есть, вот я прям набрал, он говорит, что он тебе не дозвонился и пишет, что, типа, чувак, это вообще, типа, жопа, я вот приехал ночью, вернулся, у меня телефон съевший, я уснул, вот сейчас проснулся, и вот, типа, все это, вот привижу все эти сообщения, и, в общем, надо срочно, типа, созвониться с Максом, я такой, ну, звони ему. А ты ему сказал, что я в Москве уже? Я ему переслал сообщение, да, твое. А, он мне пишет, просто тут паникует. Ну, слушай, ну, понятное дело, что это не сходится, как бы, но, типа, у него он же в сети был, он не мог быть в сети с телеги, если у него телефон севший был. Ну, собственно, да ладно. Я просто это пошутить решил, попранковать. Я в Питере. Это пранк! Просто пранк!
язык и подмывал, на самом деле. Ну, если честно. Ну, типа... Не, если честно, я поставил себе, ну, мысленно. Если он сегодня мне не ответит до обеда, я вечером уеду. И, короче, сейчас я буду пранковать его продолжать. Ты, короче, если что, думаешь или знаешь, что я в Москве, окей? Подыграть, да. Ты записываешь, да? Это было, знаешь, так, я начал его пранковать, я думаю, а потом запишу это нафиг, и все. Будет смешно. Я понял. Ну хорошо, все, я подыгрываю тогда. Ладно. Все, да, давай, давай. Просто сейчас еще Миллер, он мне звонит, даже когда я разговаривал с Лакером, он мне трезвонил. Знаете, что смешно получается? Лакер ему переслал, что я типа в Москве, а Миллер мне пишет, ну что, привет, нормально, придешь ко мне через 2 часа, то есть он знает, что я в Москве, ему Лакер уже сообщил. Да, здорово. Сорян, я в душе был. А, скажи мне, что это шутка. В смысле шутка? Коля. А, все, Коля, я Коля попросил тебя разбудить каким-то образом. Короче, он мне позвонил, сказал то, что ты до меня не смог вчера дозвониться, и ты уехал в Москву. Да. Серьезно? Да, у нас дождь идет. Нет, ты врешь. А почему ты мне в общий чат не написал ничего? Я вчера ночью приехал, вырубил. Ну, я тебе писал и в ВК, и в телеге на протяжении 20 часов. Ну, пожалуйста, я тебя молю. Я тебе возьму любые билеты, бизнес, не бизнес, все что угодно. Честно. А что у тебя случилось-то? Да ничего не случилось, я просто ночью приехал и вырубился. Я в Москве не спал трое суток, я постоянно просто нон-стопом. Я переехал домой и такой, ох, я еще в поезде. Ага. Понимаешь, у меня ни сторисов, ничего не было, сам ушел из детей. Ну да, не, я видел. Я просто тебя вчера в телеге в обед видел, а написал тебе. Пожалуйста, Макс, скажи, что ты можешь приехать. Я молю тебя. Сегодня проект прогорел, я должен был с тобой снять, у меня там жирный проект прогорел. Я тебе все компенсирую, братан. Я все сделаю по красоте, не хочу выбить уебную ситуацию. Я все сделаю, чтобы у тебя было все там. Ладно, чел, я тут на самом деле в 5 минутах от тебя. Ставим угли! Пошел, пошли. Пошли, Марк, пошел. И нажрусь, блядь, сейчас 3 часа. Пошли с этими шутками. Так с утра нельзя будить. На самом деле шутка была в следующем. Я сначала Лакеру написал. Ну, ты мне не отвечал, мне было скучно утром. Я написал Лакеру. Какая многохозовка. Я его разыграл. А когда ты вышел на связь, я говорю, Коля, я вообще в Питере. Он такой, блядь. Он тоже на панике, он на меня наехал. Типа, черт, надо было дождаться. Давай, все, доброе утро. Топ-контент. Все, снято. Пойду доделывать ролик. В связи с тем, что в Питере не работают рестораны, а на улице холодно, ветрено, на верандах сидеть невозможно, приходится все заказывать в номер, но вокруг доставляют практически только Макдональдс и какие-то малоизвестные кафешки, поэтому уже который день у нас на завтрак. Пара-па-па-па. До этого в Москве нам все время было лень вставать и идти на Макзавтрак. Сейчас мы его наедимся, думаю, на год вперед точно. На самом деле это жутко неудобно, потому что когда ты гуляешь, ты все время ищешь, где тебе покушать. Ты не можешь так спокойно, как раньше, зайти в любой ресторан и сесть. Вот идет мой добыча. Ну что, ты разобрался с курьером? Здесь, в Питере, ни одного говорящего на русском языке курьера нет. Серьезно, сколько заказывал? Если вы задаетесь вопросом, где мы сейчас, мы приехали на съемки к Вэллу из «Джобывателей», у него шоу «Трогать ногами», то есть, типа, кажется, нащупал, только ножная версия, и участвует в том числе и Алина. А вы знаете, что... Я не понимаю, почему подписалась на все это. А я еще боюсь осьминогов. Ну, это Миллер, он всегда кричит. Не к добру. На меня одели собачий ошейник, здесь сзади фон, мы снимаемся для канала Вэлла. Ролик, кстати, уже, скорее всего, вышел, ссылку оставим в описании. Меня будут бить, а я буду вслепую угадывать предметы, но это не самое приятное ощущение. Да нормально все. Сейчас Алинина очередь участвовать, она боялась, она вообще не знала, на что подписывается. Ты не зря маникюр, педикюр перед выездом делала. Ну так. А зачем педикюр? Чтобы ты не подглядывал. Это потом уже снимается. Да, снимается после того, как я уже положу предмет. А, ты только за предметом? Да. А, все поняла. Ну, если ты будешь честный, можно так... Ну, один раз точно надо сделать, потому что с этим... Он куда-то съезжает, мешок. Возможно, не наигрывает. Конечно, и не придется на наигрывание. Так, я снимаю мешок. Прическа и огонь. Поправила. С вот этой стороны, с левой. С левой. Да. Так. А
Тебе нужно, видимо, пододвинуть стул чуть-чуть. Что-то есть. Это нельзя, да? Можно. Это же она, смотри, как... Это гвозди, прибитые к палке. Все свои варианты это должна быть записывать. Да? Если ты права... Кстати, приятное что-то. Так, я не знаю, что тут пока мне нравится. Гвозди на дереве? Да. А, блин, больно! Нет, это очень больно! Можно на гвоздях постою? Алин, как тебе? Если честно, мне очень понравилось. Правда, было страшнее, как бьют током, а не то, что внутри. Почему-то мне все нравилось на ощупь, что там было. Как парадокс, но яйца, правда, самыми приятными оказались. Меня это пугает, если честно, немножко. Ну что, мы начинаем съемки на поле. Сегодня весь день снимаем для Коли. Он, как обычно, опаздывает. Ничего нового. Мы приехали заранее. Сейчас подосню немножечко маленькие кусочки для Максима. А дальше я поеду гулять в гордом одиночестве. А меня ждет 5 часов съемок на канал Коля. Ему, как всегда, нужно больше времени, потому что, ну, это Коля. А вообще здесь очень крутое поле. Здесь столько всего есть. Здесь есть ворота. Посмотрите на все случаи жизни, просто размеры. Короче, пока мы ждем, мы решили придумывать себе какие-то клевые челленджи. Видишь, между, типа, воротами большими и маленькими? Максим, нужно туда попасть, давай. В левую зону, в левую. Ты серьезно? Да. Я думал, большие. Давай. Очень близко. Смотри, это папа ворота, мама ворота, ребеночек ворота. Такая была идея, да? Я думаю, да. Просто пушечно. Ну, я бы, наверное, могла так же бы сделать, но я в бахилах, так что, увы. Сегодня моих пушечных ударов не будет. Футбольные съемки продолжаются уже 4-й час. Мы сняли уже очень много роликов, и все они Коля Лакер. Завтра наш день, мы снимаем на канал Максима. И очень надеюсь, что на канал Топорный мы тоже что-то подзаснимем. Сейчас Максим стоит на ворота с утяжелителями. Вообще он красавчик. Обращайте внимание, что я так выгляжу. Вчера закончили съемки в 9 вечера, сегодня в 6 утра уже встали, новые будут. Причем сейчас мы поснимаем пару часов и в час снова возвращаемся туда. В общем, будни Фифера очень тяжелые в Питере. У тебя голос как-то будто ты бухал неделю. Согласен. В Питере получилась просто нереальная движуха, мы все не успеваем показать, поэтому разделим здесь влог. Мы сейчас приехали в огромный дом, который позади меня, снимать наконец-то фуферы, которые вы так долго ждали. Здесь собрались все, здесь будет какое-то безумие, наказание Люты. В общем, не пропустите следующий влог, если хотите, чтобы он вышел поскорее, ставьте лайки и, как всегда, оставайтесь с нами на пару веселей. Алина там, кстати, за окошком доделывает как раз видос вот этот. Красава!